Поэтому больше, ну, для этого собрались. Поэтому, Владимир, я к вам очень, вот, наша просьба, чтобы не было политики по отношению к центральной армии, как проводился Советский Союз. У нас в каждой стране есть свои проблемы. В каждой стране есть свои вопросы. У каждой стране есть свои традиции, а лучше. Надо вот найти золотую середину, надо работать с кадрами, с республиками отдельности. И вот собрать у меня миссии, хорошо, регламент проблемы, проекты, мы за. Я никуда не иду. И соседи, близкие соседи. У вас очень много общего. Вот что сказать.